Всем привет! Вы на канале Морковь Про, и с вами сегодня Вика, Никита и Дима! Вы нас очень много, ребята, просили. Ну снимите челлендж, выбери правильный ключ. Что мы сделали? Мы снимаем этот челлендж, выбери правильный ключ. У нас есть три ключа, один замок, который закрывает этот контейнер. Здесь никак вообще не открыть. Подожди, серьезно? Никак вообще? Вообще никак. Я пробовал, у меня не получилось. В контейнере будет либо что-то хорошее, либо что-то плохое, как чаще это бывает. Мы должны будем вытянуть ключ. У кого правильный ключ, тот и открывает коробку. Три ключа, и они абсолютно одинаковые. И щитерить у нас не получится. Но перед тем, как мы начнем наш челлендж, ребята, хочу вам рассказать. Многие говорили, что у нас ничего не получится. Но благодаря вашей помощи у нас на канале уже больше 700 тысяч подписчиков. Нам осталось вот последний рубеж. Чуть-чуть осталось. Меньше 300 тысяч, и у нас будет 1 миллион, и мы получим золотую кнопку. Золото любят все, а мы любим вас. Поэтому у тебя есть шанс нас поддержать. Зайти просто под видео и нажать на кнопочку подписаться, если ты этого еще не сделал. Наша золотая кнопка только в ваших руках. Ну а мы начинаем этот челлендж. Возможно, вы уже заметили, что в первом раунде нас ждет очень вкусный, аппетитный бургер. Я, пожалуй, перемешаю ключи. Ну, хотя смысла этого делать нету, потому что они все идентичны. Впервые вот за наши все челленджи у нас что-то приятное, вкусное. То всякие наказания, задания, а тут бургер. Все, наугад берем. Да, тяните, я последний. Я верю в вашу удачу, что вы возьмете самый неудачный, и я заберу самый лайк. Какой ты молодец, конечно, Никит. Давай ты первый, ты у нас самый Ладно, удачный. Ладно, самый первый. Раз, оба, взял. А, я беру вот этот. Получается, я беру вот этот. Ну, давайте хотя бы я не первый открываю. Хорошо, я первая открою. Блин, ну я такая неудачница, конечно. Нет, это почему? Я же говорю, неудачница. Все правильно ты сказала, ты неудачница. Теперь попробую я. Нет, нет, нет. Да, подошло, серьезно? Теперь этот бургер достанется мне. Блин, как я так хочу бургер. Зашел в первый раунд сразу с удачей. Еще тепленький. Как он аппетитно кушает. Такой вкусный, я бы дал вам попробовать, но сегодня у нас челлендж. Чего-чего? Ешь уже, блин, все. Переходим к следующему раунду. Второй раунд? И почему-то во втором раунде, когда я думал, что будет что-то хорошее, попались морепродукты. Это морепродукты? Подожди. Это рыба, фу, я ненавижу рыбу. Они так мерзко выглядят, а на вкус еще хуже, наверное. Там всякие медузы, наверное, кальмары, вон я вижу, мидии. Я, честно, не очень люблю. Давайте же быстрее тянуть ключ. Я надеюсь, мне попадется неправильный ключ. Вот этот беру. Мне вот этот нравится. Ну, я забираю. Уверен я, что он не подойдет. Поэтому я сразу покажу. Ну, давай, показывай. И сейчас он подойдет. Сейчас. Да! Ты серьезно? Я так рад. Почему Никита такой везучий? Кому-то из вас теперь кушать. Вик, давай ты следующий. Пожалуйста, хоть бы он не подошел. Пожалуйста. Да, он не подошел! Или подожди, может, я как-то неправильно? Все, он точно не подошел! Фух! Я так счастлива, боже! Фух. Может быть. Нет. Да! Дима, у тебя такая хорошая рука. Вот слава богу, не я. Давай, кушай, Дима. Заедай свой вкусный бургер вот этими всякими невкусными кальмарами, что там, крабы какие-то. Запах ужасный. Ну все в масле еще. Там даже осьминожка есть. Фу. Все, кушай, как вот бургер. Давай. Хочешь попробовать? Не, спасибо. Как ты это вообще ешь? Ребята, я не знаю, может, я один такой, который не люблю это. Надеюсь, это не все нужно съесть? Кушай. Половинку хотя бы. Посмотрите, там даже щупальца какие-то. Как ты это ешь? Видишь и ешь это, боже мой. Я даже на это смотреть не могу. Все, давайте переходим к следующему раунду. Третий раунд, и у нас в коробке лежит 15 тысяч рублей. Извините, ребят, но у вас здесь нет шансов. Это у тебя нет шансов, понимаешь? Все, сейчас я заберу тебя. У вас нет шансов. Видели, как я два ящика открыл? Да. Сейчас я третий открою. А какой из этих ключиков ты хочешь взять? Хочу вот этот. Дай мне его. Спасибо. Хорошо, возьму вот этот. Я надеюсь, что твоя везучая рука сейчас тоже будет. В одном раунде у меня была не очень везучая рука, и я съел невкусные морепродукты. Но ключ-то ты правильно вытянул, значит, это 100% правильный. Ребят, ну посмотрите, пожалуйста, как легко я их выиграю. И Никита не выиграл 15 тысяч рублей. Не выиграл? Да это замок сломался, наверное. Все, теперь моя очередь. Просто у меня верный ключ. Сейчас у меня верный ключ. Все, сейчас, пожалуйста. Я раз подряд, да нет. Я надеюсь, правда, замок сломался, у меня был про... Нет. Он открыл этот контейнер. Дима, почему? Дима!
поел морепродуктов и бургеров за 15 тысяч рублей. Вот это отсюда! Да. Вот эти 15 тысяч рублей, и они все мои, ничем не поделюсь. Я не знаю, ребят, я не знаю, как ему везет. Сейчас под ролик перейдите, поставьте мне, пожалуйста, лайки, ребят. Я правда хочу выиграть, и я хочу мне вытягивать. Мне поставьте, я всегда неудачница, и выигрываю деньги. Ключ. Лучше мне лайки ставьте, мне. Пожалуйста, мне, пожалуйста. Да, давайте, если будет больше 1000 лайков, то значит, вы все ставили мне. Если меньше, то ей. Новый раунд, который следует за буквой 3. А какой это раунд? Четвертый. Буква 4, правильно. И в этом раунде у нас какой-то шарик с водой. И внизу какая-то записка. Ну, как правило, записка, значит, это по-любому что-то плохое. Единственный вариант, где там хорошее здание, только если кинуть кого-то в соперника своего. Тогда я хочу. Но если там что-то плохое, конечно же, я этого не хочу. Тяните, тяните. Я не хочу тянуть вот с моей неудачи. Мне кажется, вот меня достанется этот ключ. Поэтому не хочу. Вот вы потяните, вот, пожалуйста. Я вот тоже не хочу, потому что с моей удачей я вытяну правильный ключ. Я уверен, что вот у меня мега удача. Ребят, закрыто, закрыто. Серьезно, ты, блин, Никита? А ну-ка вы пробуйте. Все, беру я. Я надеюсь, что я не открою. Пожалуйста, дверь, пожалуйста, Ну, пожалуйста. Да, да. Не открыл, слава богу, это неверный ключ. И я так рада. Ну, Дима, опять тебе повезло. Не повезло, вот именно. За... Слушайте, кто-то обманул, не открывает. Ты? Да, 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 походу это ты, давай, давай, давай. У меня не открывает тоже. Да, конечно, сейчас откроется, давай, давай. Никита! Давай, открывай! Да у меня не открывалось! Ты вообще жулик, Никит! Да какой я жулик? Я вот что уверен, что там что-то плохое. Пожалуйста, пожалуйста, облей соперника, облей соперника, облей соперника. На меня вообще! Я-то думал, ладно, над головой! Слава богу, мне это не попалось, Никита! Твои черные джинсики сейчас пострадают! Что-то мне не нравится это задание. А давайте кто-то из вас выполнит. Не-н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 е. Ну, пожалуйста. Мне впервые в жизни везет. И я не выполняю никакие задания. Не-не-не-не. Мы же друзья. Надеюсь, ты взял с собой запасные штаны. И сейчас Никита будет страдать. Специально для Никиты мы подготовили трон. Смотри, какой красивый. Вот твоя бомбочка. Кладем ее сюда. Я вот заметил, знаете, я проиграл. Так они, вы посмотрите, как они подготовились. Взяли, сделали трон. А вот если бы они проиграли, они такие, ой, ну давайте так, чтобы типа даже незаметно было. Ну мы тебя очень любим, понимаешь, Никита? Вот для тебя ничего не жалко. Ты уже готов? Все на низком старте? Давай, раз, два. Давай, давай, присаживайся. Давай, 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 давай. Все, присел. Да, не-не-не-не-не, присаживайся, да. Ну что, как? Ой, ладно. Мокро. А ты еще посиди. Покажи, на мокро. Покажи, 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 покажи. У тебя тут даже от шарика осталось. Ты подожди, покажи. Красота. Ребята, я весь мокрый стою и сообщаю вам, что уже пятый раунд мы добрались до этой коробки, и здесь у нас внутри корица. И она в палочках, серьезно? В палочках, это вообще еще мучительней. Ой, мне кажется, это так противно, так невкусно, она еще липнет, это постоянно, фу. Понимаю. Тяни, тяни, я... тебе очень везет, давай, тяни. Нет, по центру не буду, а вот к тебе ближе который. Ближе к моей неудаче, да? Беру вот ближе который к Диме, ему все постоянно везет вообще, поэтому я возьму этот. Остался один единственный, надеюсь, что хоть один из вас выбрал удачливый ключ, который откроет сейчас замок. Нет, не откроет. И... Все, у меня не подходит. Теперь я вас... Уверен? Подожди, да-да-да. Ты вообще такой жулик. Попробуйте, все не подходит. Теперь моя очередь. Пожалуйста, пожалуйста. Серьезно? Она не открывается, да? Да! Я не понимаю, как ему везет, как? Как везет? Не везет нифига. И сейчас Дима будет есть корицу, да-да-да, подошел ключ. Я понимаю, что ему, да, конечно, не везет, там очень неприятная корица. И до этого тоже были неприятные блюда. Но 15 тысяч выиграл, и он какой раз уже подряд тащит ключ, который открывает этот замок. И настало время теперь ему мучиться. Смотрите, какие они толстые эти палочки. Я думаю, они тоненькие-тоненькие, они вот такие огромные. Тут уже кусок... Ну еще не кусается. Я надеюсь, это был не звук зубов. Дима, как ощущаешь? Мерзко. Ты хочешь попробовать, что ли? Я не понимаю вообще. О, фигистрика, я там здоровая. И, ну я понимаю, знаете, когда в булочке. В булочке это и правда и вкусно. Вкусно. Там аромат, сразу чувствуешь. Но в трубочках вот таких еще сегодня. А что ты не эту взял? Самую маленькую взял вообще. Бери эту. Давай еще тут откуси. Она такая твердая, липкая. Еще фугольская. Переходим к следующему раунду. Новый раунд. Мы тянем ключи. Я здесь, кстати, подумал.
подумал, что-то Диме очень часто везет на хороший ключ. Очень прям везет. Угу. До сих пор вот этот вкус корицы уже. Ну ты же открыл и забрал 15 тысяч рублей. Я еще ни разу коробку не открыла. Знаешь, если бы мне выпало 15 тысяч рублей, то я бы и на 2 шарика сел, и на 3. Давай вообще ему сами дадим выбор. О, давай. Я как самая неудачница сейчас. Это против правил, так нечестно. Вот, держите ключ. Дайте другой, не хочу. Не-не-не, я тоже ничего не хочу. Давай. И барабанная дробь. Серьезно? Да. А тут какое-то задание неприятное, скорее всего. Какие-то маркеры, что-то надо будет нарисовать. А почему я радуюсь? Здесь же по-любому задание, по-любому фиговое. А ну-ка, вытяни вот хороший ключ. Нет, я не хочу. Быстрее. Все, беру этот. Сразу не думай. Подошел? Серьезно? Да! Я не понимаю. Да мне вообще ничего хорошего не выпало. Ему 15 тысяч хотя бы выпало. Бургер кушал. Трэш. Давай, скорее. Очень интересно. Хоть бы не для меня. Для тебя что-нибудь там плохое? Да? Накрасься! Ну ты, наверное, не умеешь краситься. Я подам тебе, наверное, пару уроков макияжа вот сейчас. Ты же не против, да? Я вижу твое счастливое лицо. Все, я начинаю красить. Не, что ты так давишь, блин? Я не знаю, что они мне там нарисовали, но я чувствую, что это точно не что-то хорошее. Это мужской макияж, профессионально. Дайте зеркальце, пожалуйста. Да нет, ничего, но ты красивый, очень красивый. Правда? Тебе очень идет. Правда? Вот каждый день вот так красишься. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, что они тут нарисовали. Я обязательно прочитаю, потому что мне правда интересно, что же у меня. А мы переходим к следующему раунду. Следующий раунд, ребята. Мне не терпится посмотреть, что же у меня на лице. И я специально принесла уже телефон, на, посмотри, какой ты красивый. Давай, на счет три. Раз, два, три. Да ну, блин. Ну, настоящий мужской макияж. У тебя с каждым разом макияж все разнообразнее и разнообразнее. Все лучше и лучше, да, все для тебя. И вот так, пару фоточек. Капец, блин, почему мне так везет на краску? Ладно, давайте вытянем, кто быстрее. У нас с каждым раундом уровень жестче, все мощнее. Задание трешовее вообще. И сыр удач. С плесенью там лежит внутри. Боже, вот он воняет. Он ужасный, самый противный сыр. Я вообще его не люблю. Главное, чтобы он не мне попался. Главное, чтобы не мне. Вика, Дима, вы же понимаете, что я, если открою этот сейф, то я не смогу его съесть. Ты сможешь, поэтому ты сможешь, почему? Ключ должны вытащить вы. Я беру, пожалуй, по центру. С краю. Мне не остается вариантов. Кто первый? Давай, Никит, давай ты первый. Может, как-то его пометить, что ли, чтобы ну, я потом... Поменяемся. Нет, не надо. Я первый, это капец. Ладно, зато сейчас, если отмучаюсь, потом буду рад. Давай. Как он хорошо заходит, это по-любому. Да! Он правда не подошел. Серьезно, подожди, я проверю. Леон, серьезно? Давай, сходим. 50 на 50. Либо Вика, либо Дима. Дим, давай ты. Хорошо. Пожалуйста, хоть тебе подошел. Да что? Дима, какой Дим, вот почему так? Вот скажи свой секрет. Вроде они все одинаковые ключи. Кушай там, где больше плесени. Что ты так стремительно его достаешь, что его правильно не видишь? Это какое-то биологическое оружие. Кто-то хочет со мной его? Не-не-не-не. Весь твой забирай. Да мы не жадные. Забирай весь. Вы не дышите вообще на меня, не дышите, вот противно. Ой, потом завтра будет воняет на плечи. Фу, это какой-то грибы, травой какой-то ужас. Еще бы зеленый. Что зеленый сыр? Плесень. Плесень это что, грибы? Ты ешь сыр с грибами. Ну, считай, не так уж и фигово. Не фигово, да. Хочешь попробовать? Нет, полностью. Ам, и все. И мужчины закончились, и... Такое чувство, как будто его я съел, ребята. Это да, вы такие противные. Я его так не люблю. Ну а мы переходим к следующему раунду. В этом раунде у нас лежит что-то вкусное. Какой-то тортик. Шоколадница. Блин, надеюсь, шоколадный. Он мне достанется, потому что я очень хочу заесть этот сыр. Ты так сколько раз уже угадывал правильный ключ? Я еще ни разу коробку не открывал. Я должна в этот раз наконец ее открыть. Потом откроешь когда-нибудь в следующей жизни. Потому что в этот раз открою я шоколадницу. Я даже, пожалуй, первый, ребят, извините, вне очереди. И ключ не подходит. Да ну, блин, единственное хорошее, что я мог выиграть, нет. Ну теперь я, ну Дима, пожалуйста, давай теперь хорошо, я. Дамы вперед. Пожалуйста. Да, я открыла, да. Поделись хотя бы. Первый раз открывает и сразу удача. Мне такую удачу все время говорит. Нет, удачи, удачи. А вот ее удача. Бумажка какая-то. Что за бумажка? Съесть целиком, наверное, что такое. Это съедят твои соперники. О, вот это удача. В смысле, я открыла первый раз.
А что ты такая удачливая, блин, Вика? Я сейчас скушаю. И тут теперь записка, это съедят твои соперники. Ну, блин, ну почему я такая неудачница? В смысле неудачница? Ты какая удачница? Мы сейчас поедим, ты посмотришь. Я тоже кушать хочу вообще. Мы уже сколько раз ели. Вкусно, деньги получали. На квадратик, квадратик. Вот так, я ж понял. Едите, блин, мой торт. И еще выпендриваешься. Наш торт. Спасибо, Вик. Просто огромное, от души. Да не за что, блин. Переходим к следующему раунду. Новый раунд, и тут лежит что-то странное. Это похоже вроде на воду. И тут еще какая-то записка. И мне кажется, тут что-то с подвохом. Может быть, это вообще уксус какой-нибудь. Что еще может быть вот такое же белое? А может быть, кого-то облить. Или себя облить. Или выпить, если это уксус. Представляете, как это жестко. Не, уксус точно не может быть. Это потому что опасно. Ты настолько опасных заданий, все возможно вообще в этом челлендже. Ну хотя да, тем более мы профессионалы, мы подготовленные люди. Да какие профессионалы, тут еще какая-то бумажка лежит. Все, Никит, тяни. Я уже сколько тянул первый. Тяните вы теперь, а я вот Дим, давай, давай, давай. Хорошо. Вот этот. Точно, все, ты уверен, да? Что, мне открывать? Не-не, подожди сейчас, Вика. Я возьму, пожалуйста. Вот это. Да, все, я взяла. Если мне достался фиговый ключ, ребята, то вы мне не друзья, Никит, поняли? Никит, ну ты первый открываешь. А может быть тут вообще что-то нормальное? Может быть это просто вода, ее надо выпить? Да. Ну это, конечно, маловероятно. Как часто у нас были настолько легкие примитивные задания? Никогда. Подходит, да? Ну зашел туго. Открылся! Подождите радоваться, может там облить кого-то надо. И точно не меня, да? Так, ты стакан зади, понюхаю. Я подальше отойду. Вроде вода, нища. Выпей целиком. Вот оно задание. Как раз я тортик покушал, сейчас запью. Подожди, ты попробуй. Это не уксус. А что, это уксус? Это, походу, морская вода. Я не знаю, эта вода прям очень соленая. И тебе надо целиком выпить ее. Блин, это жестко. У меня аж мурашки пошли. Туда как будто килограмм соли высыпали. О, твое лицо, это просто трэш! Я еще больше тебе хочу пить. Ты лучше сразу все пей. Ты жестко сразу целиком. Да, сразу выпил, чисто обезвоживание, все. Ладно, нет, я готов. Главное не чувствовать. Ты вообще трэшовый парень, я не могу. Останови. Ты, блин, еще половину не выпил, давай, пей, 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 пей. У меня уже во рту все пересыхает. Не могу. Он почти все выпил. Последний, последний. Ты как? Все, он справился с этим заданием. Я справился, ребят, наконец-то. Это трэш просто. Там все с тобой хорошо. Мы выполнили, ребят, вашу просьбу. Мы сняли этот мега крутой популярный челлендж. Ну а мы надеемся, что вы выполните нашу просьбу и подпишитесь на этот канал. Здесь будет, как обычно, круглая кнопка подписаться. И справа два мега веселых видео, которые вы обязательно должны посмотреть. Всем пока! Пока! Блин, как ты вообще выпил эту воду? Она же противная. Не напоминай. Фу, все.